Здравствуйте, меня зовут Гороховский Олег Юрьевич, я главный инженер в хозяйстве БСП «Агро». Находимся в Ростовской области, Мартыновский район, поселок Большая Рыбовка. Наше хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур. Выращиваем ячмень, пшеницу. В парке техники мы имеем 5 единиц техники «Россельмаш». Из них 3 комбайна, 2 «Торума» и 1 «Акрос» и 2 трактора для обработки почвы. В прошлом году мы приобрели трактор «Россельмаш 24-00» для обработки почвы. На данный момент он отработал у нас 750 моточасов. Нареканий никаких не было. Техникой «Россельмаша» довольны. Она очень хорошо показывает себя на наших полях. Ребята приезжают по сервису только для обслуживания этой техники. Технику «Россельмаш» мы выбрали, потому что доступны запасные части, и оперативно выезжает сервисная служба при необходимости.